Представители правого сектора заявляют о прекращении своего участия в гражданской блокаде Крыма, если подача электроэнергии на оккупированный полуостров будет возобновлена. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на его официальном сайте. Возобновление энергоснабжения Крыма в правом секторе называют предательством государственных интересов Украины. И поэтому, если это произойдет, не видят смысла в дальнейшем блокировании оккупированного полуострова. В то же время в правом секторе отметили, что оставляют за собой право контролировать и не допускать поставки в Крым грузов в другом формате. Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подача электроэнергии в Крым будет продолжена в объеме не более 250 мегаватт. Однако этой ночью активисты правого сектора не допустили бригады ремонтников к поврежденным опорам на линии электропередач Каховка-Титан. Гражданское блокирование подачи электроэнергии в Крым продолжается третью неделю. Все это время регион живет в режиме чрезвычайной ситуации. Электроэнергия там подается за счет собственной генерации, а также генераторов, завезенных из России. В перечень крымских объектов, не подлежащих отключению, вошли больницы, хлебозаводы, пекарни и социальные объекты, а также суды, полиция и воинские части.